Вообще мы должны, наверное, гордиться тем, что мы совпали во времени с таким писателем такого масштаба. Всякая литература, всякая, гордилась бы таким писателем. А мы тем более, жители страны, которая взрастила этот талант, этот гений, и которая постоянно на протяжении всей его долгой жизни, к счастью, долгой жизни, питала его творчество. Об Абхазии сегодня знают по творчеству Фазиля Искандера. Об абхазах судят по его произведениям. Многим кажется, людям, которые впервые приезжают в Абхазию, но заранее прочитали Фазиля Искандера, они узнают все. И этот аромат кофеен, и удивительный говор людей, гортанный, многоголосый, многоязыкий, Вавилон, маленький Вавилон.